Друзья, вот это называется подзаборный сюрприз. Ведерный, наверное. Новый вид подбрасывания котят. Манявки в ведре. Вот такие. О, Господи, Боже мой. Ребят, вот такие дети. Вот такой подзаборный сюрприз. Да, детки? Как они еще не расползлись. Ай, Господи, Боже мой. Короче, всех тех малышей назвали на А, этих будем называть на В, потому что ведерные все. Сюрприз, ребята, сюрприз. Только что мне с этим сюрпризом делать, а, друзья? Что мне вот с этим сюрпризом делать? Кто скажет? У кого есть идеи? Что нам делать с этим сюрпризиком? Или вот с этим? Красивые деточки, малюсенькие, полупушистые. Глазки у всех еще синие-синие. Красивые детки. Да? Эти постарше два. Два постарше, два помладше. Сборник. Кто-то насобирал и бросил. Вот такие дети. Да? Новое счастье лохматой души. Ах, мои хорошие. Пойдем устраиваться.